Людмила Марковна Гурченко сказала: «Счастье кончается, как только ты решил, что оно будет длиться вечно. К счастью привыкать нельзя». В названиях двух последних театральных спектаклей с участием Людмилы Гурченко есть слово «счастье». «Бюро счастья» и «Случайное счастье» милиционера Пешкина. Мне всегда казалось, что у кого, а у такой актрисы, как Гурченко, со счастьем, с везением, все нормально. Оля, вот это немножко, надо как-то нам решить, как это все заберем. Ну что мне сейчас снимать? Людмилу Гурченко в новой роли в спектакле «Случайное счастье» милиционера Пешкина узнать трудно. Сейчас будет грим, вот такие брови, такое вот, все это будет это. Вы вступайте сюда, скорее, Мария Антоновна, право маленький, Дорченский, Анна Андреевна, ну вот, нарочно, что кто-то поспорит, вы от меня не Дорченский, Мария Антоновна, а что маленький, видите, что Дорченский, Анна Андреевна, ну да, Дорченский, теперь я вижу, ничего такое. Это не царица, нет, нет. Это работает на молочном заводе, молочка. Жена милиционера. О героине, простой жене простого милиционера, чуть позже. Сначала о самой царице. Итак, Людмила Марковна только что отметила юбилей. Редкость для женщины. Круглую дату 70 лет она ни от кого не скрывает. А что тут скрывать, если выглядит Гурченко лет на 20 меньше? Если тоньше ее талии нет ни у кого в мире, а блеску глаз и неуемной энергии позавидуют люди всех возрастов. Ну как удержаться и не спросить звезду о рецепте ее вечной молодости? Я одурела уже от этих, одних и тех же вопросов. Значит так, не ем ничего вообще. Вообще ничего. Не ем, ни воды не пью, ничего. Я не знаю, что еще сказать. Все вытянуто, жир вытянут вообще нараспашку. Еще что вам сказать? Сразу с конфликта началось наше интервью. Да, предупреждали знающие люди, характер у Людмилы Марковны не сахар. Прямолинейный, острый. Да тут еще желтая пресса свое черное дело сделала. Достали журналисты. Каких только ни были лиц Гурченко не писали. Что такое сейчас статья в жизни, просто так лишь бы это самое. Что у Гурченко отнялись ноги. Ну, отнялись. Почему, не знаю. Отнялись. И все зрители смотрят на ноги. А я не понимаю, в чем дело. Выхожу, говорит, вы ничего не читали? Говорю, нет. У вас же ноги отнялись. А когда? Ну. Неудобные вопросы Людмила Марковна бьет жестким взглядом. Защищается, когда колют в больные места. По большому счету, ей все равно, что о ней подумают. Мол, орлы летают в одиночку. Она удивительно беспощадна. Не только к собеседнику, в первую очередь к самой себе. Что это? Обида на странную судьбу? Пять минут, ой, часов раздастся вскоре. Пять минут, помиритесь те, кто в ссоре. Пять минут, разобраться, если строго, даже в... Помните, как ей хлопали за одну только улыбку, как ею восхищались за один только взмах ресниц, и как ее напрочь забыли ни на год, ни на два. Какая обида, если 15 лет никому не нужна. О чем вы говорите сейчас? 15 лет никому не нужна. О чем говорить еще? У вас такая-то обида, какая-то легкость. С какой же легкостью вы говорите о том, что человек 15 лет просидел в тюрьме? Без звонков, без всего. Читайте глубже. Значит, выброшенный человек, выброшенный. Что еще можно сказать? Все. А потом время изменилось, и вдруг моя мода пришла. Когда я так долго не снималась, у меня было очень много разных мечтаний. Много мечтал сыграть ролей, которые
сыграли другие прекрасные актрисы. И я похоронила все мечты. И с тех пор я играю все, что мне предлагают, вкладывая в роль все то, что не сбылось в моих мечтах. Со стороны может показаться, что Гурченко жаждет наверстать что-то упущенное. Она бесконечно играет, поет, танцует, ведет церемонии, снимается. Ну, если мне это дано, что же я должна сидеть дома и смотреть в окно? Как? Ну как? Что вы хотите? Чтобы актриса сидела и молчала. А если она поет, это уже жажда. Да и без этого а как? Это моя профессия. Ваша профессия взять у меня интервью, да? У вас, я вижу, жажда. А у меня жажда отдать. Вот и все, вот и все. У вас такая профессия, а у меня такая. У вас такая, такая. А у меня такая, 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 разная. Да? Надо себя жалеть. Вы это мне хотите сказать? Нет, дорогая, вы, чтобы не беспокоились, я не буду с палочкой, вы меня не увидите такой. Всем этого хочется, не будет этого. Я иду внизу, прохожу по это. Как ваше здоровье желает? Чего она мне желает здоровья? Я не понимаю, что я больная, что ли? Очень смешно все. Буду жить, буду вечную встречать зарю. Сегодня Людмила Гурченко гордится своей независимостью. У нее собственный театр «Антреприза». Самую свежую премьеру «Случайное счастье милиционера Пешкина» Людмила Марковна играет со своим любимым кинопартнером Сергеем Шакуровым. Ей нравится этот спектакль о простых людях и простых житейских вещах. О счастье, об удаче, о красоте жизни, о любви. Любовь, она вздыбливает в себе те шарики, я не знаю, серое вещество, сердцебиение, давление, оно меняет все, оно меняет человека, и в этом состоянии, в измененном, человек может делать чудеса, может сделать проект необыкновенный, взлететь на Луну, сыграть то, что он никогда не играл, вдруг запеть, когда он никогда не пел. Это такое дело, это таинство. Людмила Гурченко говорит, что любит знаменитое пушкинское: «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот только что такое покой, не может или не хочет понять». Счастье – это сейчас. Все. Вот сейчас, и быстро бац, и кончилось. Вот и все. Счастье не может быть таким бесконечным. Потому и помнишь такие моменты, которые сейчас, сейчас.